Цель найдена, нужно как-то к нему подойти. Совсем недалеко, да? Найдите и сожгите 3 церемониальные лампы. Церемониальные церемония. Натащите их даже 3 лампочки. Отлично. Так, пошли через соленое нитритовое ограждение. Так, на лошадь. Красивый, конечно, вид. Метров. С дороги! Что? Я вас прикрою вместе. Так, держите, давайте. Их. Я дам сигнал. Выпущу тебе кишки. Так, дело не пойдет. Почти меня. Так, а вот, кстати, и цель. Совсем рядом. Конечно, красиво, пальмы. Песок. Нету тебе того, чего это нету. Это гробница Снофру. Пошли. Так, как я посмотрю, вход вот находится с этой части. Я... Стоп. Давай, раз. Все. Кто-то был здесь не так давно. Ну, это и... радует. Хотя, может быть и ловушка, как правило, бывает. Так, ладно. Обыщем, что-нибудь здесь найдем. Так, 7. Должен быть другой способ попасть внутрь. Отлично. Может, он должен палку эту, подожди, выкинуть ее. Так, а ну раз. Нет. Забирайте и... Нет, так дело не пойдет. Так, спасибо за подписку. Скорее всего, движение. Это, видимо, какой-то обманный ход. Может, я что-то не вижу здесь. Так, ну давай повыше. А повыше ничего нет. Так. И всех сторон находится только вот эта сторона. С этим входом. Давай посмотрим, где вход. Может, еще что-то такое есть. Но это нужно сейчас.
Пошли. Что-то я упустил, не пойму, что. Так вот, друзья, загадки древних. Что-то где-то, может, кнопка какая-то. Такое бывает. Вот этот брусок, непонятно для чего. Что-то мне кажется, он должен наверх забраться, не? Как-то разбежаться. Нет. А если отсюда раз? Раз и ничего. Да и сюда, туда, туда, сюда. Да. Может что-то там. Ничего не пойму. А, вот что-то показывает. Так это и есть вход. Может еще вход какой-то подземный там. Понимаешь, не зря же называется поломанная или ломаная там пирамида. Давай повыше. Нет, вход один. Так. Так. Другого входа не видно вообще. Что-то тут не так, блин. Так, а здесь вот я захожу. Так, какой-то, видимо, будет. Что-то не пойму, нифига. Тогда он ничего не даст, все наверх залезет. Ну ладно. Может это вообще выход, а не вход? Посмотрим. Так, кстати, вход, скорее всего, вот. Это, видимо, был выход. Так. Секрет, конечно. Может, так должно быть, чтобы ты... Не просто. Позади нее что-то есть. Совсем не видно, но Байк должен разобраться. А ведь здесь, именно здесь начался мой путь.
Похоже, кто-то присматривает. Славлю имя твое. Страж врат Дуата. Так вот, наконец-то и нашелся вход. Здесь кончилась моя жизнь. Теперь тут стоит алтарь. В память о том, что нужно забыть. Это для Руджика? Кто может беспокоиться о душе этого мерзкого предателя? Талисманы Анубиса. Кто принес их сюда? Зачем? Стрела Руджика. Та, которой я вычеркнул его имя. Теперь она бесполезна. Тень прошлого. Да. Здесь, видимо, еще какой-то ход. Или нет? Вот еще, видимо, ход. Кто-то закрыл проход. Запах пролитой мной крови. Мумия цапли. Воскрешение? Нет. Нет. Тот, кто сделал это, видимо, знал, кем Руджик был в ордене. Знал, конечно же, да. Руджик этого не заслужил. Такие почести. Угу. Это же гробница фараона. Сделавший это, оскорбил царя. Так. Да, как же без змей? Вечно. Маска Руджика. Я едва помню, что было после нашего боя. Здесь я узнал все, что мне было нужно. Именно здесь я осознал свой путь. А Руджик нашел свою смерть. Стрела стала символом всего. Помню, как ударил его. А затем... Когда я пришел в себя, Руджик был мертв. Руджик не заслуживал погребения. Но его похоронили с почестями. Кто-то подготовил его к пути в Дуат. Кто бы это ни был, он специально оставил тут мумию цапли. Видимо, знал, что Руджик носит эту кличку. Судя по свечам, кто-то приходил сюда. Хотел почтить память Руджика. Но я знаю... Сердце Руджика так и не нашли. Этот негодяй страдает в Дуате, и обряды не помогут. Пусть меня судят. Но я не жалею о содеянном. Мое сердце никогда не станет легче пера. Так, но нужно дальше идти. Тем не менее, лампу надо зажечь. Так, а вот еще одна цель, пирамида или что здесь надо сейчас увидеть. Пошли. Лампа Анубиса должна быть где-то здесь.
Лампа опрокинута. Где чаша? Так, в поиске. Детективчик. Смотрим. Угу. В общем-то, ищем чашку. Чашу. Опять не сюда. Вот куда. А вот и чаша. Видимо, упала, когда опрокинулась лампа. Это да, конечно, но интересно, кто опрокинул чашу. Нитрия. Талисман? А, вот так. Осталось только зажечь ее. Славлю имя твое, страж врат Дуата. Так, ну осталась еще одна ритуальная чаша Анубиса. Совсем неподалеку. Как герой. Так, вызываем своего коня. Сколько всего для нас непонятного. Вот алтарь. Где-то здесь. Алтарь. Лапа должна быть где-то здесь. На полотне кровь. Кто его повесил? Опять они. Зачем это сделали? Опять они. Так, а кто они? Кто это? Так, снова нужно искать чашу, да? Ющее мясо дает сильный запах. Кто-то приманивает хищников? Засада, наверное. Славлю имя твое, страж врат Дуата. Это было непросто. Кто-то решил помешать мне? Последняя лампа. Вернусь к Нефертари.
Так, на верблюда. И в путь. Нитрит. Дальше. Какие вести? Да. Лампы горят священным огнем. И я буду вести молить хорошие. За лампами были эти талисманы. Ты знаешь что-нибудь? За лампами? Думаю, они защищают от зла. Я буду настороже. Послушай, мятежникам нужна помощь лекаря. Я бы отправилась к ним сама, но сейчас нужна здесь. Суфья вызвалась сходить вместо меня, но только если ты ее проводишь. Провожу. Байк, пусть твой поход окончится скоро. Байк раньше, чем ты знает свое дело, конечно же. Ритуал Анубиса. Так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте на все. Ответим, конечно, дальше идет следующее задание.